на этой девочке и вообще, в принципе, в большинстве ситуаций, имеем ли мы смещение поясничных позвонков с перекосом плоскости таза, равной длиной костей ног, но пятки будут на разном уровне, если сама изначальная плоскость таза, значит, точки, как бы, ну, грубо говоря, начало ног, то есть тазобедренных суставов, если точки смещены, то и пятки будут смещены. То есть, если это перекос таза, перевожу на русский, то нужно править поясницу, выравнивать таз. Ноги встанут ровно. Если это разная длина самих костей ног, то, скорее всего, в пояснице все нормально, но тогда, если это разная длина костей ног, это аномалия развития, и это уже вопросы решаются, ну, скажем так, не мной, и, наверное, это уже хирургия. Середина груди – условная вертикаль. Идет искривление налево, направо. Позвонки развернуты вокруг своей оси, наклонены по плоскости. Я уже не стал метки на поперечной ставить. Видим так. А вообще тема видео – непосредственно измерение костей ног. Да, длины костей ног. Чтобы можно было ответить на этот вопрос или хотя бы начать на него отвечать в домашних условиях, или если вы только начинаете практику. Сегодня занимаемся со скелетом, но будет и практическая часть с пациенткой. Нужно решить вопрос, перекошена ли плоскость таза или все-таки разная длина именно костей ног. Вопрос принципиальный, потому что если делать беглый осмотр, просто положить горизонтально, не проверяя позу, и вот так вот свести пятки и посмотреть по пяткам, то вот здесь, как я скелет положил, здесь разница в 2 сантиметра, правая нога длиннее. Если взять рулетку кости померить, мы сейчас этим и будем заниматься, то выяснится, что длина кости одинакова. Вопрос, как же так? Это первый вопрос. Второй вопрос, почему не меряются длины костей постоянно? И третий вопрос, как это все-таки промерить максимально точно, чтобы решить нашу тему. То есть таз ли перекошен, значит травмированы поясничные позвонки. Обычно речь идет о повороте вокруг вертикальной оси. Небольшом, несколько миллиметров, но если несколько позвонков по несколько миллиметров, то таз перекосится, и для пятки разница в сантиметры более по высоте. Это я говорю истории из жизни, хотя здесь пример я постарался выложить точно так же. Для начала немножко анатомии, для чего я положил скелет. Меряются кости по отдельности. Бедренная отдельно, большеберцовая отдельно. И большеберцовую лучше мерить с двух сторон, потому что с внутренней непосредственно большеберцовая, а с стороны. А с наружной малоберцовая, ну что называется, для надежности, для тех, кто сомневается. Решил доснять крупным планом. Итак, для бедренной кости. На вертеле есть четкий оформленный выступ в этой области, которая на моем скелете почему-то слегка заглажена. Точка будет относительно острая, палец почувствует. Внизу от суставной щели коленной, то есть то, где туда, куда палец заходит, щель нащупать вы справитесь, я верю. Нащупываем на мыщелке наиболее острую часть, она обычно в самом низу, тоже выступ. И тоже нужно ставить на тоже точку маркером. По наружному краю суставной коленной щели вниз. Выступ вот здесь он четкий, острый. На голеностопе достаточно четкий, что нижний край, что в проекции самого сустава есть тоже выступ. То есть можно желательно до самого низа ставить точку вот здесь. То есть продавить кожу, но не смещать ее. Вот если боитесь ошибиться, то в проекции голеностопного сустава обычно шишечка есть маленькая. Внутри побольше берцовой кости. От суставной щели вниз край острый. Нижний край прощупывается лучше всего. Берем маркер и через кожу прощупывая ставим. Поправка. Перед этим нужно положить горизонтально, и чтобы тот, кого будем измерять, чтобы он расслабился. Напряжение мышц влияет на то, как кожа смещается относительно выступов. Поэтому нужно расслабиться, иначе будут ошибки измерений, придется переделывать. И я скажу еще раз про это в конце видео. Положили, выровняли здесь недаром валик. Успокоили, немного потянули, как в видео о триваликах, расставили эти точки, и потом точки на коже мы уже меряем. Если поза не менялась, если расслабление сохраняется, то этот метод достаточно достоверный. Да, если вы хотите предельной точности, вы берете точно так же, укладываете, ставите рентгеновскую установку и полностью делаете обзорный снимок. Но обзорный снимок на самом деле не гарантирует 100% точности, поэтому я про него... Ну, я не начинаю с него вначале. Плоскость таза может быть перекошена как в горизонтальной плоскости, так и вокруг вертикальной оси развернута. И чаще всего таз делает движение во всех плоскостях сразу.
И в одной проекции на рентгеновском снимке вы этого просто не увидите. А делать КТ полтела ради того, чтобы померить кости, ну, на мой взгляд, даже при современных технологиях, все-таки доза облучения немножко не соответствует задаче. Хотя задача очень важна. Приступим, что называется, к практике. Потребуется маркер, сантиметровая лента, можно и рулетку. Горизонтальная лучше поверхность. И вообще в идеале, конечно, полностью голые ноги. Но здесь лосины хорошо прилегающие, и метки маркера будет видно. Если даже на камере не видно, то здесь для меня они прорисовываются. По трудностям. То есть здесь, когда я замерял, у меня получалось, что есть разница. То есть больше берцовая кость на левой ноге. Сначала я намерил не 44 сантиметра, а 43,5. Это неизбежно, потому что наша методика не предельно точная. Как я сказал, для самых-самых скептиков делайте обзорный рентген или даже в реальном времени на рентгене смотрите и привязывайтесь к костным выступам. Для большинства это недоступно по разным причинам. Так вот, если у вас получается ошибка, то вам нужно, как и я сделал, перепроверить ту метку, которую вы поставили. Потому что кожа, конечно, мышц своих не имеет, но в зависимости от позы, как вот она руками пошевелила, метки съезжают. Я намерил 43,5, я проверяю себя, внизу метка соответствует на коже костному выступу, поднимаюсь наверх, метка не соответствует, переставляю, намерил 44 ровно. Но у тела есть четкая задача иметь симметричные кости, связки и мускулатуру. Почему я говорю, что вот этим вот вопросом нужно заниматься? Потому что если разная длина костей, это очень-очень плохо. Это большая аномалия развития, и тело старается этого не допустить. И в данном случае не допустило. По 44 сантиметра бедро и голень с каждой стороны. То есть длина костей ног одинаковая. Соответственно, если мы... С чего все обычно начинается? Со сверки пяток. Длина костей ног одинаковая, поясница сильно травмирована, таз перекошен. Выводы. Все это вполне можно исправить. Мышцы, сухожилия, кости, ног трогать не нужно от слова совсем. Здесь есть деформация стоп, но она также зависима от поясничного отдела позвоночника.